Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Oppo Reno 4 Pro изменить рингтон. Заходим в настройки. Далее, звук и вибрация. Рингтон. И выбираем тот, который нам больше всего нравится. Можем, кстати, выбрать из файлов, но у меня музыки нет. Мне нравится это, поэтому я просто выхожу. Как вы видите, он поменялся. Также можем изменить сигнал уведомления. И выходим. Как вы можете заметить, рингтон и сигнал уведомления поменялись. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!